мы приехали в очередной холодильник. Тут холодно. Мы в Новотроицке, Тюменского района. Здесь проходит соревнование на точность приземления на параплан. Здесь мы фоткаем, смотрим, вон. Уже. Сейчас облет идет. Сейчас еще не начались тренировочные полеты. Разминка. Да, разминка. Сейчас позже. Тут настолько холодно, что даже конфетка замерзла. С нами два героя, не побоявшихся мороза, Миша и Сережа. А еще я хочу прыгнуть с парап. Я тоже. Сейчас начались соревнования, прям уже начались. И здесь приземляются все на точность. Чем точнее, тем лучше. Пали в круг-то. Ну да, ну в ноль не знаю, только Максим, наверное, попал, да? Да. Максим Огнев только попал в первой попытке. Ну, сегодня условия необычные сегодня. Женя попал. Из-за ветра. Все, его тоже выгоняем. Его тоже выгоняем. Из-за ветра, да, или как, или что? Да, там наверху поддувает. И там сильно, а здесь ничего. Пузырит. Давай. Центр, да?